Больше 58 тысяч зрителей принял русский драматический театр «Стерлитамака» за 70-й юбилейный сезон. Закрытие сезона на днях отметили творческим капустником. Актеры предстали в образах из премьерных постановок, а их в сезоне было 5. С 25 сентября по 15 мая на сцену труппа выходила 230 раз, подсчитали в театре. По словам актеров, сезон запомнится прежде всего новыми проектами, такими как экспериментальная сцена, когда зритель не находится в зале, как обычно, а лично участвует в спектакле. Впереди гастроли. Следующий сезон русский драмтеатр откроет 30 сентября. Мы открывали сезон «Водевилем». Вот. Потом у нас была премьера новогодней сказки «Дюймовочка», «Дюймовочка микс». А потом была замечательная комедия «Будьте здоровы». А сейчас мы готовим к открытию следующего сезона премьеру «Макбет» Шекспира.